Самое главное, подпись. Вчера подходит ко мне парнишка, на КамАЗе работает. Говорит, да, я попробую на экскаваторе. Я говорю, друг, нельзя на экскаваторе без документов. Что вы думаете? Он приносит мне после обеда вот эту вот бумагу. Говорит, у меня есть документ. Вот бумага такая интересная. Сука, я ржал. Я реально ржал. Ну что я ему сказал? Без печати нельзя. А документ оставил себе на память. Ну вот так вот мы тут весело работаем. Вот, пожалуйста. Трактирист, машинист. Все, замечаем, спецтехника можно. И вот подпись. А, Б, С, Д, Е, Ф, К, Л, М, Н. Категорию Я. Надо было вписать. Ну, вот так вот у нас проходят рабочие дни.